Pero, yo soy como soy. Но я такой, какой я есть. Я все так говорю. И она меня принимает и любит. О, но. Или А сейчас, сегодня ты меня узнаешь? Да, потому что раз я спрашивала в прошлом году. Я сидела в каждом зале в кинотеатре, и тебе сказал, а, так это была ты. Который является двукратным чемпионом мира и в этом году также претендует на чемпионский титул. Светлана, можно мне? Алисия, наш бессменный переводчик, который еле-еле успевает рукой за тобой переводить все статьи, которые появляются в течение твоей гастроли. Она на чем видео не переводит в нашем сайте, в нашем форуме. Ну, во-первых, я тебе хотела поблагодарить за концерт, и особенно вот как коллега сказать про натуралиста Мерта, потому что это был Барбаро. Ты выглядел как библейский пророк, вещающий апокалипсис. И я хочу тебе пожелать, чтобы ты еще 50 лет держал в руках микрофон,
а потом появятся новые технологии, и ты их тоже освоишь. Все начнется с слова. Вопрос такой. Ты проехал почти весь мир и побывал почти на всех континентах. И я спрошу, нет ли в твоих планах концерта на последнем континенте, на который ты еще ни разу не выступал? Антарктида! Потому что из Аргентины ходит теплоход, мы бы все сели и поехали. Мальчиковая Лира. Я хотела несколько слов сказать. Конечно, это печально немножко. Мальчиковая Ирина живет в Екатеринбурге. И практически весь концерт, подготовку к нему она провела, помогала. Практически больше 3/4 зала уже было продано. Но в связи с какими-то там неурядками в организации концерт отменился. И очень жалко, поскольку Ирина сделала все, что смогла. Рафаэль, у меня вчера был 9-й концерт, который и самый потрясающий из всех, который я видела. Я благодаря тебе была уже в 10 городах Испании. Изучаю географию, историю, немножко язык. А тебе хочу подарить славный подарок от Сурама. А работаю на станции переливания клюка. Доноры, доноры. Я очень хотела, чтобы и наши все сотрудники хотели, чтобы ты был у нас в гостях. Получилось. Последний вопрос. У нас станция переливания крови. То есть доноры. Мы очень хотели видеть в гостях. Ну, если ты приехал, то мы бы хотели видеть тебя в гостях. Доноров. Yo quisiera decirte dos cosas, no tengo preguntas. Como sabes, si te acordarás, soy profesora de español y ayer todos mis grupos, todos mis estudiantes estuvieron en tu concierto. Están fascinados, maravillados, mil emociones, las más perfectas que hay. Y lo segundo, yo creo que todas las chicas lo saben, nosotras nos conocimos todas y conocimos a ti precisamente en este edificio. Sí. ¿Tú, ya lo sabes, sí? El Metropolitan. Sí. Aquí había un cine y aquí se proyectaba tu película. Aquí, precisamente aquí. Y yo te vi aquí por primera vez, en el año 1970. Y ahora estoy abuela ya, pero te sigo queriendo mucho más. Y todas nosotras te adoramos. Y nuestro amor creció mil veces. Es todo lo que quería decirte. Buenos días, maestros. Я отмахала больше 5000 километров из далекой Сибири, с иглой в ноге, отказалась от операции, чтобы попасть на ваш концерт.
muchas gracias, maestro. Я 40 лет ждала этого дня. Я первый раз на концерте. Это превзошло все мои ожидания. Да, да. Я познакомилась с вами, когда мне было 16. Это было так давно. Мы жили на крайнем севере. Информации ноль. Ничего не знаем. Могли только узнавать урывками и обрывками. А сейчас, поскольку есть интернет, а я с ним не дружу. И я вот только сейчас, благодаря вам, начинаю туда и залезать. Я очень волнуюсь, я приготовила такую речь на испанском, но я все забыла. Все, 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 все. Не могу ничего сказать. Я все забыла. Все. Спасибо. Большое спасибо.